Коллекция Танин Каза – весьма востребованная в России марка для создания хороших интерьеров по привлекательной цене, получила ряд симпатичных обновлений. Стул Деа «Богиня» буквально обнимает вас, и он может быть выполнен как в комбинированной отделке – ножки из дерева, сиденья из кожи, так и полностью в коже. Отлично дополняет новинку 2021 года стол Tenso. Танин Каза знает толк в объятиях. Это мы помним по бестселлеру коллекции «Мама». И эта коллекция также получила ряд дополнений. Прежде всего, это кровать, которая унаследовала фирменные черты. Ну и также замечательные пуфы разных диаметров, которые дополнят и зону спальни, и зону гостиной. О важности хоум-офиса можно уже лишний раз не упоминать, но мы все-таки это сделаем, потому что здесь представлен очень симпатичный столик Lidor, который сопровождается письменным креслом Sorento. Ну а после того, как вы поработаете дома, стоит расслабиться в Love Seat Doppio Sogno, который можно перевести как «двойная мечта» или «двойной сон», или «сон для двоих», вы уже решите сами. Божественная тема не отпускает, и Танин Каза выпустили в этом году стол Адоне, то есть Адонис. Это очень интересная модель за счет того, что впервые используется в качестве материала отделки подстолья стекло. И это очень необычное стекло с так называемой вулканической поверхностью. Не буду вас загружать процессом производства, но каждый раз эти элементы получаются абсолютно уникальными. Профиль столешницы также имеет необычный силуэт. Он скруглен снизу. Таким образом, вы получаете визуально очень тонкую грань, но уверен, что вы получите непередаваемые тактильные ощущения от соприкосновения с этим краем. Кстати, столешницы, выполненные из керамогранита и имеющие деревянное обрамление, тоже могут иметь этот силуэт. Уникальными же элементами декорируется комод Плюме. Перышки были придуманы Кристиной Челестино, довольно известным дизайнером. Эти перышки здорово смотрятся на фоне отделки из черного ясеня и набирают их также вручную. Соответственно, и в этом смысле каждый предмет уникален. Танин Каза – настоящий чемпион в области комодов. И это доказывает модель Beyond, которая действительно уводит нас за грань наших представлений о возможностях индустрии. Фасады выполнены из натурального мрамора. И это, конечно, не большое удивление, а большое удивление – интересная отделка. Я даже не могу подобрать слов, как ее описать, но это специальная лазерная гравировка, которая сначала сканирует вены, и потом по ним происходит выработка материала, полировка и выявление структуры. Очень необычно, и, конечно, наслаждаться видом этого предмета – большое удовольствие. Есть только один небольшой минус – это цена. Но если вы почувствовали себя поклонником параметрического дизайна, то можете предпочесть комод, который называется All Stars. Звезды выполнены из дерева, а фоном для них служит дымчатое зеркало. Ну и, кстати, здесь же рядом находится стол, который не является новинкой, но который позволяет вам трансформировать свое помещение, может быть, в зависимости от настроения. Это реверс. Вы можете поставить подстолье в виде буквы W, ну а потом передумать и поставить ее в виде буквы M. Тоже вариант. Если вдруг вас потянет на более роскошные интерьеры, в этом случае рекомендую обратить внимание на бренд Black Tie, который также принадлежит Танин Каза. Это более элегантные интерьеры с более богатыми фактурами и отделками, и они также представляют коллекции как для гостиных, так и для столовых, ну и, конечно, для спальных зон.